Итоги прошедшего учебного года подвели на традиционной августовской педагогической конференции, которая состоялась в школе номер 17. В этом году она прошла под девизом «Образование и семья. Цели, ценности и смыслы». От имени главы городского округа Щелково Андрея Булгакова педагогов поздравил его заместитель Дмитрий Толмачев. Слова благодарности прозвучали от депутата Государственной Думы Александра Толмачева, депутатов Московской областной Думы Владимира Шапкина и Николая Черкасова, а также председателя Совета депутатов нашего округа Марии Тарасовой. Об итогах прошедшего учебного года в сфере образования рассказала председатель Комитета по образованию Елена Бушнева. Одним из основных направлений нашей деятельности является развитие инфраструктуры образовательных учреждений при непосредственном участии нашего главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. 2 сентября откроет свои двери долгожданная школа в Новом Городке. Это 3-й корпус школы номер 19. После капитального ремонта откроется школа номер 3 на улице Комсомольской, школа номер 13 в микрорайоне Бахчеванжи и детский сад «Малыш». Осенью откроется новый детский сад на 220 мест на улице Школьной. Началось строительство дошкольного учреждения на 240 мест на улице Неделина. Подробнее о достижениях и показателях качества образования говорят цифры. 177 выпускников завершили школьное обучение с отличием. Впервые в истории округа выпускник Щелковской гимназии номер 6 Александр Лешенко сдал ЕГЭ на 300 баллов. В число лучших школ Московской области вошли Щелковская гимназия номер 6, лицей номер 14 имени Гагарина и школа номер 12 имени Чкалова. Кроме того, Щелковская гимназия номер 6 занимает 21 место в рейтинге международного агентства RAICS по числу выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы страны. Система образования городского округа Щелково – это вообще уникальный живой организм. Все мои коллеги – это высокие профессионалы. Каждая победа каждого из нас – это вклад в копилку Родины, нашего любимого родного Подмосковья. Мы гордимся тем, что именно в нашем округе, благодаря нашему замечательному Андрею Алексеевичу Булгакову, существует система поддержки талантливой молодежи и учителей. Такого успеха наша школа достигла благодаря слаженной работе нашего высокопрофессионального коллектива, нацеленного на успех каждого ребенка. В этом году мы вошли в 3 больших образовательных проекта, и хочется выразить огромную благодарность главе города Андрею Алексеевичу Булгакову за то, что он поддержал и помог в реализации этих проектов. Мы гордимся нашими успехами и надеемся, что они будут фундаментом для дальнейшего прогресса нашей школы. В 2024 году получателями гранта стали 30 щелковских школьников. Педагоги округа добились серьезных результатов в своей работе и заслуженно получили признание на региональном и федеральном уровнях. Среди них учитель физической культуры Юрий Данилов и учитель русского языка и литературы Татьяна Горобчук из школы номер 20. Это не только мое достижение, это достижение и моей школы, коллектива, сотрудников, с которыми я работаю. Труды педагогов не остались незамеченными. Они были награждены почетными грамотами. На протяжении последних, наверное, 3-4 лет такой высокий уровень образования в различных направлениях, в дополнительном, в общеобразовательном, и дошколята тоже у нас отличаются. Это, конечно, труд педагога. В нем не только призвание быть педагогом, да, но и главное еще и ценно, чтобы педагог был признан именно своими достижениями. На конференции также отметили, что на базе школ продолжают работу волонтерские отряды, которые помогают бойцам СВО через акции по сбору гуманитарной помощи. Благодаря поддержке губернатора Московской области и мерам социальной поддержки 219 детей участников специальной военной операции этим летом отдохнули в лагерях. На конференции также обсудили планы на следующие годы. Например, отметили, что в 2025-м капитальный ремонт запланирован в 6 образовательных учреждениях. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.